Каспийск. Это город со своей очень интересной и богатой историей. Совсем скоро, 17 сентября, ему исполнится 76 лет. В преддверии этого праздника мы с нашей съемочной группой решили узнать, знают ли жители Каспийска основные факты из истории своего города. Как назывался Каспийск ранее? Ранее двигатель-строй. Двигатель-строй. Знаете, как раньше назывался Каспийск? Нет, не знаю. Слышали, как ранее назывался город Каспийск? Да, двигатель-строй. Да. Большинство жителей Каспийска хорошо знают историю своего города, ведь очень важно знать истоки основания этого небольшого, но атмосферного городка, окутанного морским бризом, ярким солнцем и интересными фактами. А в каком году был вообще построен поселок двигатель-строй? 32-го, правильно, 32-го? Ой, вот это я точно не буду, что-то 35-м? В 32-м. Вы были близки. 1932-м. А в каком году переименован город Каспийск? О, в 47-м. Дальше был? Построен в 1932 году. Да, правильно. А когда был переименован, в какой город? То есть город Каспийск, когда был переименован? Город Каспийск, 47-й год. Да, правильно. Каспийск сыграл значительную роль во время Великой Отечественной войны. Именно здесь, на секретном заводе, изготавливали военное оружие. С событиями Отечественной войны связана и школа номер один, которая была госпиталем. Первая школа была преобразована в другую организацию. Госпиталь был раньше. Господи, как это же называется? Госпиталь. Госпиталь, да, госпиталь. Все правильно, спасибо. Там еще интернат был горцев. У нас даже класс был интернатский. Ребята все были из интерната, а девочки были городские. Большинство наших респондентов ответили на все задаваемые вопросы. Также они поделились с нами, что охотно делятся своими знаниями с гостями региона.